Нож возьми. О, мир вам. Добрый день. Добрый, отойди. Я ждал, ходил, выглядывал. А я, вы знаете, ехать и права не могу найти. Вот, видишь, что. Слава испытания. Ну, я так сделал, чтобы открыто было и припер. Правильно сделали, правильно. А я кое-как права нашел. Ну, может, держать надо лесенку-то? Да, ничего. Она крутиться будет. А те надписи там оставили? Да. Ну и самое правильное решение. Да, мы потом сняли. А Пасха кончится, вы эту шубу выкрутите и все. Да, конечно. Пускай она висит пасхальные дни от Троицы. Ну да. Молодец, это Надежда написала. Ну да. Достать не могу. Так, сейчас я вот здесь прихвачу, а потом там уже. Так, давай шуруповерт и самолез. Давай. Батюшка сказал, надпись сделать. Ну, вот все. Тут надо лампочку вкрутить, чтобы она освещала. Ну, теперь все уже. Не до лампочки. И сейчас уходи, а то на тебя встану. Самолет. Она уже никуда не денется, все. Она как бы это... Ну, тень, отлично. Как клякса. Ну, что теперь сделать? Значит, надо лампочку крутить, чтобы тень не было. Да, так, да. Так, самолет. Это распятие там висело? Да. Потом его обратно. Ну, потом, да. Да, водрузить здесь нужно. Остался, все осталось. Поэтому... А это у нас в коридоре вот такие надписи. Так, повесить и все. Видите, как вот хорошо быть община. Один сказал, да, предложил батюшка. Это вот взяли место о том, что меня изъяли. А потом как вернули, вот это, этим домом рассчиталась власть со мной. Это не просто так. Вот так. А это на студии, тут рядом сейчас видно здание сюда. Главное, это музей истории, литературы, искусства Алтайского края теперь. А это из суда люди вышли, когда меня увезли обратно в тюрьму. А вот уже нету. Впереди стоит Андрей, справа жена его Анна. Оба умерли уже. Там вот голова видна справа от Андрея в черном во всем. Это Григорий. Нет, другая, следующая бумажка. Священник. Это Яковлев Геннадий Михайлович. А это вот мне здание передают. Мэр города Бавария. По имуществу фото главное. Тут я стою планета посередине. Вот. У меня с левой стороны, оттуда смотреть, сам мэр города Баварин, а там его советник. Он-то нас и свел, вот тот Баварин Владимир Николаевич. Благодаря ему имеем вот этот дом для молитвы. Сейчас я дам просчитать его послание ко мне. Вот по рукам ударили, а тут поцеловались даже. Вот он дом как выглядит, это один дом такой. Один. А вот тут второй, вот в котором я живу. Ну все. Вот. С сестрами фотографии. А это вот я, меня судят, я выхожу и бросаю цветы. Это Петерина девочки. Вот. Так, сейчас. Многих нет, вот которые были. Из этих тут стоят, кто уехал, кто умер, кто веру потерял, ушел. Вот епископ был, епископа уже нету, другое передали. Вот здесь вот одна девочка, это вообще не ходит, а бабушка умерла, Петровна. Прокомментировать. Куда?
Ну, на стол там положите и все. Так, я еще вот что сейчас занесу вам, дать туда. Это вот здесь, вот иди, предние греши. Вот у нас какая надпись. И вот приходила сегодня женщина. Сегодня приходит, звонит мне Сынгаева и говорит, императору говорит, шить. Я думаю, кого на императора называют-то? Вышел, она стоит, на стол тоже положить. А, понял. Ага. Да. А кто роль играет императора, оказывается? А шить ему надо. А-а-а. А кого, Мария Магдалина, кого будет приветствовать? А, его... понял. Да. А это вот Баварин мне написал письмо. Положили? Это вот его данные города Барнаула. Вот плоховато видно, можно просчитать все-таки, если увеличить. Я могу просчитать. Ну, его роспись. Вот так. Ну все, сейчас я лесом все уберу. Красиво, конечно. Белое. Со вкусом. Тень мешает. Тень надо убрать. Это у нас кочегарка. Это здесь. Это вот у нас маленько продуктов осталось. Раздаем. Знаки какие есть. Все. Вон как видите, по храме его все вещает о славе его. Угу. Так, все, подоприте вот этой палкой. А, она иногда открывается, чтобы там рядом положить. Все. Угу.